11 класса, призер чемпионата России по гребле, победитель краевых соревнований, победитель конкурса «День призывника». Падерина Валентина, ученица 11 класса, победитель Олимпиады по французскому языку, участник муниципального тура Олимпиады по медицине. Васянина Ирина, ученица 10 класса, выпускница детской школы искусств, лауреат губернаторской премии «Юное дарование Прикамья», принимает активное участие в различных мероприятиях и состоит в школьном парламенте. Я так устала. А что я буду делать после школы? Не знаю. Ой, Жень, привет. О, привет. А когда ты приедешь, то мне нужна твоя помощь. А что случилось? Вот скажи, как ты выбрала свой университет? Столько вариантов я не могу выбрать. Знаешь, тут столько всего интересного. И лекции от практикующих специалистов, и лабораторные работы в аудиториях с современным оборудованием, и много различных мероприятий, и спортивные, и творческие, и познавательные. А еще здесь есть союз студентов, студенческие отряды и организации, которые помогают влиться в студенческую жизнь. Ой, здорово! А я смогу подключиться к организации мероприятий? Да, конечно. Можно еще много рассказывать об университете. Ты лучше поступай, все узнаешь сама. Ладно, тогда там мы встретимся. Спасибо, жди. Пока, жду. После школы я точно знаю, что поступлю в РФУ. И биофак – идеальный выбор для меня. Но для того, чтобы моя мечта сбылась, нужно еще больше учиться и стараться. Здравствуйте. Чем могу вам помочь? Я бы хотел у вас работать. Очень хорошо. Давайте хотя бы для начала познакомимся. Меня зовут Елена Ринатовна. Как могу к вам обращаться? Меня зовут Владислав. Ну, Владислав, для того, чтобы получить хорошую работу, высокооплачиваемую должность, у нас солидная организация и нужно высшее образование. Я хотела бы узнать, какое у вас образование? В данный момент только 11 классов, но я и так смогу работать. Скажите, пожалуйста, какая должность вас интересует? Ну, любая. Главное, чтобы зарплата большая была. Все-таки высшее образование, оно необходимо. Поэтому предлагаю вам обратиться в Уральский федеральный университет для того, чтобы получить достойное высшее образование. Тем более мы знаем, что оттуда выпускаются очень хорошие выпускники. Большое спасибо вам. До свидания.